Матвей Александрович, вам пора вставать. Чё? Сегодня ж воскресенье. Но, Матвей Александрович, у вас уже третий день подряд воскресенье. Так не бывает? Я решаю, какой у нас сегодня день. Если Матвей Александрович сказал, что сегодня воскресенье, значит сегодня воскресенье. Усекла? Я тебя спрашиваю, усекла? Усекла. Я, наверное, пойду дальше убирать. Иди. И завтрак приготовь по-бырому. Саш завтракать будет. Русенька, сынок, пора вставать. Мамочка, я даже не спал. Мне так холодно и голодно. Ну ничего, сыночек, вот получу я сегодня зарплату за полгода. Купим дрова и уголь, тепло будет. А еще я куплю тебе что-то вкусненькое на ужин. Правда, мамочка? Правда. А сейчас я приготовила для тебя сюрприз. Что это? Этот свитер я носила, когда была маленькая. А теперь дарю его тебе. Мама, он такой красивый. Я сегодня буду самым модным в школе. Сыночек, пора завтракать. Чё? Это чё за бомжатский завтрак? Простите, Матвей Александрович, вот, пожалуйста. Опять красная икра! Да сколько можно? Сами это жрите. Быстрее шевелись. Пожалуйста, Матвей Александрович. Сразу бы так. Матвей Александрович, вам здесь Владимир Владимирович звонит, аудиенции просит. Опять, наверное, денег просить будет. Скажи ему, я занят. Я тут не занимаюсь благотворительностью. Чай? Сухарики? Мама, это мое самое любимое. Сыночек, у меня для тебя сегодня сюрприз. Хлеб с маслом? Еще и сахара? Мама, ты сегодня меня подарками закидала. У нас что ли сегодня праздник какой-то? Кушай, сыночек, кушай. А это я себе на ужин оставлю. Ну чё, вертолёт готов? Беда, Матвей Александрович, вертолёт задерживается. Тогда водителя мне быренько. Матвей Александрович, здесь тоже беда, остался только Таурек. Чё? И как я на этой развалюхе в школу поеду? Он же прошлогодний. Позорище. Мне папан бабла на обед оставил. Да, Матвей Александрович, пожалуйста. А на мороженое? Ах, да, забыла, Матвей Александрович, пожалуйста. Маловато, но сойдет. Экономить буду. А это что? Ах, так это мне ваш папа зарплату за полгода выдал. А ну-ка, зачем тебе такие большие деньги? Это тебе. О, это как раз мне на бензинчик будет. Чао-какао. Спасибо, Матвей Александрович, вы так щедры. Мамочка, мне, конечно, неудобно спрашивать. Дашь мне 10 рублей на автобус, а то до школы 30 километров идти. Сыночек, только 5 рублей, это все, что есть. Ничего, мамочка, я поеду на велосипеде. Опаздывает. Мало того, что на развалюхе приехал, да еще и опоздал. Еще раз так проштрафишься, уволю. Понял, Матвей Александрович. Трогай. Все в ажуре, круто. Ну что, мой конь, поехали. Что это было? Мама,
Белка вообще рамсы попутал. Ничего я не попутал. Ты что такой дерзкий? Матвей Александрович, разобраться? Сиди, старичок, сам разберусь. Ты чё, ты хоть знаешь, кто я? Кто ты? Взял у папы деньги и думаешь, что ты крутой? Слышишь, Клоп? Сейчас прихлопну. Что бы ты наделал? Как я тебе буду в школу ездить? Быстрее пешком дойти, чем на такой развалюхе ехать. Тогда я тебе покажу. Стоп, останови машину. Сдай назад. Держи, маляха. Что это? Деньги. Пойди приоденься и поешь нормально. Спасибо. Колян, организуй. Это мне? Да, это чтобы ты быстрее в школу ездить смог. Ты, оказывается, такой добрый и хороший. Не такой тупой, как я думал. Поехали скорее, пока я не передумал. Чао, маляк. Спасибо, друг. Я всегда буду помнить твою доброту. Матвей Александрович, я горжусь вами. Крути баранку и помалкивай. Гордится он. Да я и сам от себя в шоке. Все деньги на обед ему отдал. Придется сегодня экономить. Сынок, откуда у тебя такая красивая одежда? Мама, мне сегодня дали такую кучу денег. Я купил одежду, продукты и еще целую кучу осталось. Бывают же добрые люди. Друзья, мы очень старались для вас сделать такой прикольный видос и будем очень рады, если вы поставите нам лайк. А также подписывайся на наш канал. И ищи нас в Инстаграм, ссылочки в описании в Инстаграме, задания для тех, кто хочет звуковые приветики. А сегодня звуковые приветики получают... Алик Хавидов, Наталья Пец, Диана Коколова, Проконенко 14, Камила Джанбекова.